продолжении темы экологии в Новоуральске состоялась акция «Чистый берег 2024», в которой приняли участие школьники и воспитанники детских садов. Мероприятие прошло за центром внешкольной работы. Продолжение темы в нашем следующем материале. «Чистый берег» – природоохранная акция, которая прошла уже несколько этапов и стала уже доброй традицией для нашего города Новоуральска. Уже второй год она приурочена к акции по зарыблению Верхневинского водохранилища. Каждый раз детские сады и школы выходят на берега Бунарки и Ольховки, очищая их от бытового мусора. Акция проходила в рамках реализации муниципальной программы «Родники», целью которой является обеспечение жителей Свердловской области чистой питьевой водой из природных подземных источников, а также их благоустройство и грамотная эксплуатация. Первый этап акции у нас проходил с водопользователями Верхневинского водохранилища, со всеми заинтересованными, с активистами. Проходил он в августе. Мы чистили острова Верхневинского водохранилища и береговую зону. Сегодня второй этап акции. В общем-то, всегда стандартно мы проводим, говорю, уже повторюсь, в сентябре, поэтому раз в год считаем, что этого достаточно для того, чтобы привести наши берега в порядок. Сбор всех участников прошел у центра внешкольной работы, после чего, вооружившись всем необходимым, ребята разошлись по территории. Участники акции подошли к делу со всей ответственностью и подобрали большое количество мусора – стекло, резину, картон, пластик, железные изделия и покрышки. В общей сложности удалось собрать 500 мешков мусора. Благодаря слаженной работе берега Бунарки, безусловно, стали чище. Ежегодно мы принимаем участие в акции «Чистые берега Урала». Мы уже собрали несколько мешков стекла, несколько мешков пластика, резины. В основном мы обычно чистим речку, потому что для нас очень важно не только, как выглядит наш город, но и как выглядят, собственно, берега, которые указаны в названии акции. Я хочу, чтобы мой город был чистый, и присоединяйтесь к этой акции каждый год. Фантиков очень много было под трубами. Что-то еще? Пластиковые бутылки, особенно стеклянные. Их постоянно разбитые. Вот кто-то может гулять с собаками, собаки могут ранения получать. Я собрал стеклянные бутылки, еще большую деревяшку и другого мусора много. Уважаемые новоуральцы, не надо мусорить. Акция «Чистый берег 2024» стала ярким примером того, как жители Новоуральска могут вместе сделать город чище и красивее. Это мероприятие показало, что экологические проблемы можно решить сообща, и каждый человек может внести свой вклад в сохранение природы. Светлана Светличная, Алиса Буторина, Новоуральская вещательная компания.